Я умею обращаться с оружием теперь. Мы изготовили красную свою помаду здесь, в Беларуси. Не поет, мне не надо. Замкнутый круг, надо что-то там решать. Мы пошли за пломбиром, до встречи. Причем здесь ваша критика? Встретила меня Беларусь очень радушно, потому что съехались поклонники с разных стран и городов, конечно, Беларуси. Невероятное ощущение вновь видеться, вновь быть вместе. Ну, это всегда по-домашнему. Можно так даже ответить. Беларусы отличаются от других стран? Добрые, очень добрые. Очень добрые и отзывчивые. Они волевые, такие хозяйственные, можно так сказать, и сплоченные. Вот что, какая черта вот максимально приятна, это воспитанность и сплоченность вообще в целом в Беларуси. А любовь должна быть в сердце всегда, и влюбленность даже, не просто любовь, а влюбленность. Но в моем случае я могу озариться даже новостью. Могу озариться даже простым чувством рассвета. Вот и внять, когда ты внимаешь его, или заката. Вот мы сейчас на закате сидим. Иногда поглядываю в окно, потому что будет красиво. И вот это чувство влюбленности в вселенское, оно и сподвижник этого альбома, романтического, трепетного, меланхоличного, безусловно. Не без того, что присутствует герой. Это даже не переживание, а прожитые моменты вместе. Ну, давно уже не писала вот для кого-то. Я могла петь авторские чужие песни. И вот в этом году второй альбом посвящается любви. Видимо, сердце готово принять. Потому что еще раньше для меня эта тема не просто была табу, она была... На клеточном уровне я не подпускала эти вопросы к себе. Вот даже как-то так могу ответить. Песня «Двойной рай» была написана очень быстро, и она была крайней. И после нее я решила, да, мы выпускаем обязательно такой мут осеннего настроения, ноябрьско-декабрьско-январско-февральский такой вайб, когда хочется погрустить, помечтать, укутаться или помеланхолировать, можно даже так сказать. Можно так? Можно. Мы в клипе использовали аллюзию, отсылку к фильму и сериалу 90-х, любимый сериал, ее звали Никита. 2000-х даже, не 90-х, а 2000-х. Такая спецагент, которая влюбленная. В общем, как бы этот образ очень подошел к клипу, минимализму и в целом эстетике нулевых. Для клипа мы привезли образы, которые были созданы в нулевых. Это реально коллекции там, 99-го, 98-го года, 2002-го года. И мы очень боролись за то, чтобы нам подняли архив и все-таки смогли разрешить прикоснуться к этой эстетике. Это не просто, это прям ушло время на это, чтобы доказать, да, мы не из, там, из лесу, мы действительно крутая страна с крутой музыкой, артистами и так дальше. Все же обращают внимание на то, какие кредиты они получат, какую популярность, где это напечатают и так далее. Также своеобразный челлендж в клипе – это оружие. Но для кого-то, там, кто был на площадке, казалось, что я вижу его впервые. На самом деле, я вот все лето потратила на занятия. Я умею обращаться с оружием теперь. Не знаю, так случилось. Как-то меня подтянуло. И я говорю девчонкам, смотрите, давайте, вот я же умею оружием пользоваться. Может, мы как-то это используем. Начала, в общем, развивать тему, и мы сковырнули эмоции. А, да, была такая фильм «Никита», такая девушка. И изменили полностью прическу, грим. И добились такого характера, который вы можете увидеть в клипе. После этого, конечно, все захотели видеть меня почаще в этом амплуа, ну вот, в общем, я с челкой. У меня еще не наступил тот период внутренний, когда я готова заглянуть, что же там написано. Нет, я еще не читала, но мы делали свое дело чисто, искренно. Меня сложно в чем-то в этой работе
раскритиковать. И знаете, мы вот недавно обсуждали, вот, разве можно критиковать творчество? Критиковать творчество очень трудно, ведь это не точная наука. Когда вот ты занимаешься математикой, физикой, формулы, химия и так далее, да, везде есть какие-то правила, есть каноны, азы. Да? А творчество, вообще искусство, это самовыражение. И сегодня я вижу себя черной кляксой. Завтра я вижу себя ярким пятном. Причем здесь ваша критика? Да? Вот немножко я спокойна к этому всему, не боюсь хейта и так далее. Это от безделия. Спасибо. Мы, когда писали эту музыку, я говорила вот с автором Аркадию Александрову, говорю, почему сейчас никто не пишет баллады большие, вокальные? Они могут же быть ритмическими, да? Почему вот нету вот это, как было раньше, певица больших песен? Певиц нету или что? Я говорю, я могу, давай писать такое. И он говорит, ну это очень сложно, давай начнем. И мы начали, и оно просто вот прям па, и выплеснулось, как волна вот на берег. Видимо, столько, ну знаешь, как я росла на такой музыке, столько уже впитано, что это оказалось легче, чем мы готовились к этому. Не знаю насчет Ингрид, не видела, не понимаю. А БДСМ, наверное, это вот эти позы йога, которые... Так вот это йога, а не БДСМ, я вам больше скажу. Это достаточно сложно было удержаться в этих всяких изгибах. Но что же, кадр. Может быть, и вот черный цвет, то, что он преобладает. Это строгость линии, это решительность, это... Оружие. Оружие, ну, да, да, мы его назвали десерт. Для себя, потому что это Desert Eagle Magnum. Мы изготовили красную свою помаду здесь, в Белоруссии, и сегодня я не имела права просто даже морально не накрасить губы красной помадой. Да, она стала настоящим бестселлером, полностью весь тираж продан. И потом мне говорят, надо еще один тираж. Я говорю, подождите, мы сделаем паузу и опять начнем. Они такие молодцы, так ответственно подошли к этому вопросу, потому что это был определенный цвет, который вот только такой, не другой. Мы его очень долго утверждали, потом мы утверждали расфасовку, потом надо было, значит, все пройти инстанции, как что она может продаваться международной, сертификация должна быть. Потом пошлины, значит, вот туда-сюда отправили. Конечно же, все было уплачено и налогами и так далее. Ну, в общем, это целая головная боль. Но знать путь и пройти его — разные вещи. Но я очень довольна. Мне все нравится, причем это качественно всегда. И самое вкусное мороженое в Беларуси. Я еще, конечно, не начала. Кстати, мне рассказывали в Англии, что лечить ангину надо мороженым. Вот оно! Я нашла свое решение. Мы просто чуть-чуть переохладились в Казахстане. Поэтому мы пошли за пломбиром. До встречи. А скакалка и колонка. Это всегда со мной. Концертные костюмы, понятно. Да, но вот то, без чего не может быть мое физическое состояние вот, в тонусе. Однозначно, утро должно начинаться только так. Ну и правило у меня есть, дабы всегда быть в форме, не нарушать ночной режим. Как только я его нарушаю для себя, я могу выбиться из колеи. Очень важен сон. Прям это как лечебное средство. Да я с многими знакома, и многие, кто приезжал на «Голос Украины», на «Голос страны», всех люблю, со всеми общаюсь. И на самом деле, ну, мы очень похожи вообще. Они классно поют, здесь очень сильная школа вокальная, всегда приезжает прям голос-гвоздь. Я всегда говорю, вот. Ага, звучит как. Они отличаются очень крутой вокальной подготовкой. И вот ощущение, что они в трендах больше, чем мы даже, вот разбираются вокально, ну прям супер. Хочется, чтобы это все находило место и в шоу-бизнесе, чтобы они находили себя. Я не хочу выделять, чтобы вот кто-то там не обиделся и так дальше, да? Мне, правда, искренне скажу, хочется, чтобы получилось вот такое свое звучание и свой шоу-бизнес.
не маленький, а вот прям качал Европу, СНГ в прошлом. Они по-другому звучат, это совершенно другие резонаторы, и они более, мне кажется, грамотные, подготовлены музыкально в целом. То есть это не только вокал, не только вот сила голоса, это как сольфеджио, еще знание сольфеджио, то, что я слышу, ну да. У них точно есть свой стиль. Сразу вот чего не хватает, это вот то, что я говорю, что хочется, чтобы нашли еще применение вот этим своим голосам красивым в Беларуси. Вот у казахов есть свой стиль. Но вот они все, в принципе, в одной струе поют и пишут музыку. Ну, там вообще чуть-чуть по-другому. Они ориентируются больше на Корею, на Китай. У них совершенно другое восприятие мира. Там им не интересно, что где-то там у нас там, им далеко, им ближе, наоборот, корейское что-то. Я больше в студии, не меньше ничего, концертов меньше, единственное, но ну, давайте как бы не усугублять, вот работаем, идем в ногу со временем, принимая вызовы, решаем и не поддаемся. Очень хотим сделать, не хотим, чтобы были отмены, как сейчас. Я слышу, что у вас отмены, поэтому мне бы не хотелось подводить своих зрителей, которые купят билет. Их уже этими отменами отбили им охоту приходить и надеяться, что таки да, это случится. Тут хоть выходи с плакатом, это точно произойдет. Поэтому мы перенесем это на следующий год. У меня есть чем приехать. И новые песни, и новая концертная программа. Ну, в интернете все есть. Я знаю, что следят. Спасибо. У него 21 числа отчетный концерт украинского танца ГПК в Британии. Так что он очень связан. И вообще он очень артистичный парень. Не поет, и не надо. И очень умненький он там, в общем, какой-то кубок лучшего ученика своего потока получил. Держим кулачки. Я его только хвалю. А за что его ругать? Он не дает мне даже повода для этого. Он может, как возраст, там, что-то пытаться ну, юлить, но это же даже интересно наблюдать за этим. Нет, у нас с ним не было конфликтов. И вообще у меня другой подход. Я вот это совковое воспитание, в котором я тоже выросла, но это же менталитет, который передавался, да? Никто ни в чем не виноват. Не приемлю ни в коем случае, нет. Все должно быть в радости, в понимании, в дружбе и в диалоге. Отсутствие диалога порождает вот этот вакуум. Оно как капля, капля, капля наполняется, чаша вакуума, и потом выплескивается. И ты такой, откуда это все в тебе взялось? А, вот так, был вакуум. Да, мы уже ответили на следующий вопрос. А? В чем мудрость воспитания мальчика? Вот вы ее познали? Да, пора познать девочки. Изолируюсь. Вот когда сказали, что будет изоляция, да, я говорю, слава богу, ну что... Изолируюсь. Если что-то не получается, это неправильная поставленная цель. Ну, значит, у вас не так сформулировано желание и не так сформулировано решение. Вот есть один вопрос, над которым я бьюсь уже год, но я дожму его. Значит, неправильно было сформулировано, не скажу. Вы узнаете. Я когда добьюсь результата, я вам отвечу. Хорошо. И вот приручить или покладистость. Я могу быть, как это, сердечной красотой, да, и так далее. Словами из песен же говорю. Но я очень свободолюбивая, со мной не так просто. Тем более self-made woman. Я всего добилась сама, и мне сложно найти язык с людьми даже в целом. Особенно, когда я вижу лень. Или вот такое марнотратство времени, или вообще жизни. Я не могу это принять вот на клеточном уровне. Поэтому мне реально трудно найти собеседников, друзей.
Ну и опять же, как я это все найду, если я изолируюсь? В общем, у меня замкнутый круг, надо что-то там решать. Ой, ну а как это можно выделить одно? Там назовешь щедрость, затем ум, затем оно все цепляет. Баланс. Баланс. Это большая редкость. Вообще люди в балансе – это редкость. Не только мужчины, но и женщины. Это все, все, да, свой баланс. Знаешь, утром так, эй, эй, в баланс пошли.